Сладкие будни молодого трейдера. Все персонажи реально. Да такое и не придумал даже. Очень тяжело даже, если захочешь такое выдумать. Только человек, который прожил. Все начиналось очень красиво. Так, сколько у вас времени есть, я только первую половинку помучаю, нормально. Потом покушайте, нормально, у вас аппетит будет хороший, наверное. Все начиналось очень красиво. В начале 2009 года в Украине открыли украинскую биржу, много возможностей и перспектив. У меня за плечами 5 лет юридического образования, стажа на украинском фондовом рынке и 3 года стажа инвестора, я все знаю. Мы с мужем принимаем решение, все сбережения заводим для торговли на бирже. Первые 3 месяца я была в плюсе, женщина пишет. Крайне редко такие письма получают от женщин. Первые 3 месяца я была в плюсе где-то по 3% в месяц, когда мои знакомые трейдеры со стажем меньше 20% могли заработать. Тренд восходящий, я в себе уверена, при этом не понимая ни одного графика, не имея представления о стопах, ни о чем. Пока куплю, все продают, пока продам, все уже покупают. При этом умудрялась еще зарабатывать. Муж и знакомый взял видео курс Герчика. Прослушав все видео, я начал понимать, что работа не паханное поле. Мне никто ничего не показывал, как торговать, я нигде не училась этому. Я полнейший ноль. Я не знала, с чего начать. Я даже не понимал, оказывается, что такое поддержка, сопротивление, свечи и т.д. Я начал присматриваться к графикам. Сначала мне все было понятно, потом через пару месяцев все-таки стало немножко что-то понимать. Так я проторговала 7 месяцев в маленьком плюсе. Долго с собой боролась, не снимать аски, не продавать по бедам. Вроде бы все не так плохо. Я все знаю, что такое свечи, поддержка, сопротивление, объем, еще несколько элементарных вещей. У меня возникла идея зарабатывать намного больше. Если я зарабатываю 3% в среднем, то если у меня будет 5-е плечо, я буду зарабатывать в 5 раз больше. Я беру своего брокера на свои 100 тысяч, это гривны. По тем временам, чтобы вы понимали, гривна была 4, да, то есть это 25 тысяч долларов. Депозит, более-менее нормальный депозит. Я беру своего брокера на 100 тысяч, 300 тысяч заемных, то есть суммарно получается 400 тысяч гривен. Это 100 тысяч долларов. Пример ставлю круглое число. В середине месяца колоссальная прибыль. Я сделала 5 месяцев, 5% за полмесяца на весь депозит. Супер. Я снова вхожу в позиции в надежде же еще больше заработать. Вы просто сразу понимаете слова надежда, там, скорее всего, это слова, которые надо сразу крест ставить. Такие слова не могут у трейдера звучать. Тут самое страшное, рынок начинает проседать. Я докупаю, снимаю по аскам, думаю, ниже не пойдет, нужно успеть купить. Деньги моего брокера начинают заканчиваться, я в бумагах, мы проседаем. Несколько дней смотрю, а там 3 минуса, я думаю, что это дно. И рынок снова открывается, и снова портфель опять в минусе, я как в тумане. Мне в душе так спокойно, не нервничаю, поспать хочется. Сейчас я понимаю, что я была просто в шоковом состоянии. Я даже не хотела смотреть, сколько я в минусе по портфелю. Мне просто было страшно. Честно, очень страшно. И тут звонит брокер. Я такая недовольная, типа, как сейчас помню, возмущаюсь. Он звонит, а оказывается, что у меня с моих 100 тысяч осталось 10. И тут у меня начинают работать мозги. Я смотрю на свою дочку и начинаю думать про то, как ей потом объяснить, что ее мама просадила все деньги за неделю. Словно меня кто-то очень сильно ударяет током, я просыпаюсь. Первое, что начинаю делать, это опять слушать диски. Честно, никогда в жизни не ощущала себя так хреново, другими словами это не назовешь. Чувствовала себя самым глупым человеком на свете. А когда начинают рассказывать про стопы, учитывая, что я уже слушала диски 2 раза, я понимаю, что я ничего не слышала. Одним ухом летело, другое вылетело. Если бы я на практике хотя бы частично исполняла правила, такого никогда не было, хотя бы частично. На следующий день я все-таки нашла в себе силы, вышла в деньги, после этого рынок просел процентов на 20. Когда был отскок, я все-таки нашла в себе силы еще раз, откупила бумаги, заработала приблизительно 10%. Но с брокером считалось только через 3 месяца. Сейчас у меня очень тяжелая финансовая ситуация. Но слава богу, что у меня остался шанс. Я не просадила все деньги. Я понимаю, что лучше, чем на рынке, не заработать нигде. Но нужно пахать и торговать. Сейчас я хожу на курсы, меня пустили бесплатно. Надеюсь, что после курсов я буду работать только по правилам, иначе я финансово не выживу. Я понял, что есть всегда восприятие рынка, торговля до и после. Рекомендую каждому новичку. Не только слушайте, запоминайте, применяйте все правила торговли перед тем, когда начнете торговать, а не пока не будет поздно.